Привет-привет! С вами Лилия Донскова, и сейчас у нас будет просто потрясающий обзор аксессуаров в красно-черном орнаменте. Просто такая цветовая гамма бомбическая в новом каталоге Oriflame номер 12. Вы все это можете найти. А сейчас будем все детально рассматривать. Итак, эта коллекция представлена в нескольких... Вернее, в этой коллекции представлено сразу несколько вариантов, как мы можем украсить, дополнить свой осенний образ. Чудесная сумка, красная, у нее хорошая форма, приятный, классный материал под кожу. Две ручки, которые, кстати, одна из них длинная, она съемная, то есть можно ходить без нее. Сумка декорирована чудесным бантом, который завязан в виде галстука мужского. Обратите внимание, как интересно сделана эта завязка. Там-там-там, и ушел галстук. Внутри сумка на молнии, и что мне особенно понравилось, у нее нет подкладки. Внутри это замша, это очень дорого, очень красиво. Сумка большая, у нее большое дно, широкая вставка боковая. Внутри висячий подвесной карман на молнии, в котором мы можем спрятать телефон, всякую мелочь. Вот. Следующий аксессуар – это шарф, браслет 2 в 1. Ну, конечно, это сложно назвать полноценным шарфом, но как интересный аксессуар – вполне. Давайте посмотрим сначала как браслет. То есть мы можем намотать на руку, завязать узелочек красивый, и это будет вот как стильный аксессуар. А на шее это смотрится вот так. Завязываем. Главное себя не задушить. Сделать комфортный бантик. Узелочек какой-то, чтобы он легко развязывался. Вот, пожалуй, я в нем и останусь. Мне очень нравится. А что я отмечаю, что приятно. Приятная ткань. Приятно лежит. Он меня не душит, не давит. И мне кажется, он такой добавляет стиля. Очень круто. С этой сумочкой будет просто шикарно. И это еще не все. У нас есть потрясающий кошелечек. Потрясающий. Он с помпошей. Тут просто такое чудо, черный, кругленький. Очень удобная держалка на руку. С карабинчиком можно отстегнуть, можно оставить, можно еще что-то сюда повесить, потому что колечко позволяет добавлять какие-то интересные аксессуары. И сам кошелечек в таких красивых тонах, черно-белый, полосатый, как зебра, он внутри просто классный. Можно положить сюда, кстати, и телефончик. Сейчас я его как раз... Здесь лежит телефон. Денежки, и вы можете пойти просто с одним кошелечком, например, вам нужно куда-то выйти. И ничего лишнего, ничего лишнего, ничего сложного. Вынимаем, чтобы не забыть свой телефончик. Также сюда можно положить мелочь, потому что есть отдельный кармашек с молнией, для визиток есть отделение и большой отдел для бумажных денег. Ну, сейчас, наверное, все уже кредитками пользуются, поэтому... Самое то, что нужно. И еще мне очень понравилось, что есть вот такой шикарный аксессуар. Это пояс. Он двухсторонний. Можно носить черной стороной, красной стороной. Можно перевернуть пояс, он будет черно-красный. То есть я его сейчас ставила красное к красному, черное к черному. Можно перевернуть, и будет наоборот. Как он носится? Давайте посмотрим. Одевается на талию. Обматывается. Делаем тонкую талию, как у пчелы, и завязываем на узел. Я почему-то сделала черный, хотя сюда было бы прикольно сделать красный. Давайте перевернем. Переворачиваем. У нас получается красное здесь. Обматываемся. Очень заинтересовался котик этим поясом. Сейчас на меня набросится. Так. Класс. То есть вот оно. Здесь тонко, здесь переходит такой фиксатор. У кого, кстати, животик, можно животик подтянуть таким вот образом. Очень здорово. Все, завязали. И как-то это надо уложить. Надо к нему приспособиться чуть-чуть, просто как это укладывать. Вообще очень здорово. Есть еще беретка, но я ее мерить не буду, просто вам про нее расскажу, что она из тонкой пряжи, тепленькая, приятная. У нее есть пимпочка. Вот такая беретка художника. Модный цвет, подойдет под многие вещи. И береточки, мне кажется, сейчас опять вернулись в моду, и она будет актуальна. И есть еще вот такой вот платок. Он тепленький,
Очень красивый орнамент, смотрите, он разнообразный. Его можно носить как на голове, так и на шее. Да, можно замотать красиво под пальто, под курточку. В шейке будет уютно, тепло. Можно на голову повязать, потому что у него такой неброский цвет, классный. Очень, очень тепло и хорошо. Мне понравилось. Очень рекомендую. Эта коллекция называется «Узел любви». Так что завязываем узелочки. Любим друг друга, согреваемся, потому что скоро зима, скоро будет холодно, и нам нужно тепло в нашу жизнь. Все. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова с чудесной коллекцией. Ставьте в комментариях, понравилась ли вам коллекция, какой из аксессуаров вы бы хотели себе приобрести. До новых встреч! Пока-пока!